Так, немножко громкость подрегулируем. Ну и погнали. Всем привет. Как-то года полтора назад я наиграл вторую часть этой игрушки. Она мне очень понравилась. Вот сегодня нашел третью часть. Что-то там про девочку и котенка. Так, помещение. Так, понятно. Повернуть туда-сюда мы будем бегать. Так, понятно. Подбегаем к цветку, забираем его. Короче, это первый этап обучения у нас. Так, сторонку. Берем второй горшок. И несем его сюда. И наша дверка открывается. Волшебная. Побежали. Можно как прикосновением, короче, управлять. А можно нажать просто и пальцем водить, и она будет бегать туда, куда вам надо. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Я все понял. Хорошо. Хорошо. Так, забираем, что у нас тут еще одна частичка. Так, побежали в соседнюю комнату. Так, здесь еще у нас есть что-то. Монетка. Пусто, пусто, пусто. Ничего не значит. Бежим дальше. Хорошо. Хорошо, хорошо. Все хорошо. Так, забираем. Так, здесь понятно. Так, звезда к звезде. Квадрат к квадрату. Треугольник к треугольнику. И нажимаем ОК. Забираем еще одну частичку. Молодец. Так, здесь у нас метла. Берем сперва метлу. А потом ставим сюда метлу и нажимаем, достаем еще один элемент. Так, все, побежали обратно. Мы вроде все кусочки пазла собрали. Пора выходить. Так, раз, два, три. Все готово. Фотоаппарат. Ура! Пошли. Хорошо. Еще дальше это обучение опять у нас. Хорошо, хорошо. Даем монетку и что-то там. Получаем в подарок. Все, понятно. Дальше. Это мы потом посмотрим. Так, теперь. Так, хорошо. Что у нас тут есть? А, котенка нужно кормить периодически, да? Кормить, гладить. Ага. Я не знал. Тамагочи, короче. Мини-тамагочи будет. Ну ладно. Так, тут у нас часики есть. Понятно, ладно, непонятно, ну понятно. Погнали дальше. Так, пошли. Стадия вторая. То есть первая была нулевая обучающая, теперь первая. Будем готовить вкусняшки.
Хорошо. Так, понятно. Нужно собрать пазл наш. А еще. Бургероеды. Так, у нас кончились продукты. Нужна капуста. Что нужно? Ой. Котенок. Нажимаем. Так, что-то мы там подобрали. Колокольчик. Кот стал вашим питомцем. Ага, все понятно. Короче, чтобы эту тучку схавать, нужно брать колокольчик, нажимать, и котенок нам поможет в этом. Так, давай посмотрим, что нам надо. Капуста, булка, сыр, помидор. Окей, поехали. Нам нужно это все собрать. Так, куда начнем? Откуда? Поехали сюда. Так, что тут у нас есть? Помидорка. Тоже помидорка. Ага, красная помидорка. Нужно вот эту забрать отсюда. Там тоже закрыто еще. Да ну ладно. Берем красную помидорку и сюда ее ставим. Так, кто-то сбежал, неваляшка. Так, ладно, окей. Теперь нужно взвешивать на весах помидорки и расставить их. Куда побежал? Сколько у нас? 4. Так, значит, здесь четверка. Ну, допустим, этот сюда, этот на четверку. Так, теперь ты. Взвешиваемся. 3. Так, тройка. Ну, допустим, что это двойку. Ну, если ошибся, поменяю эти местами, ничего страшного. Нет, хорошо. Не ошибся. Ну как не ошибся? Угадал. А, помидор нашли мы. Ура. И один пазл нашли. Хорошо. Поехали дальше. Так, котей. Пропусти нас. Кушай тучку. Так, теперь сюда бежим. Так, что у нас? Сюда нужен помидорку. Помидорку вот у нас, значит. Ага, ну побежали. Назад. Так, где помидорку? Вот он лежит. Собираем и кидаем его сюда. Так, застрял. Опс. Что-то открылось. Ага, пароль мы не знаем. Ну ладно, пока не знаем. Возвращаемся. Ага, сюда мы тоже не пройдем. Ладно, возвращаемся назад. Еще назад. Что там у нас наверху? Наверху сюда. Так. О. Help, help. Короче, им нужно помочь. Ну давай. Разберемся. Ага, что с этим делать? Так, нам нужно лестницу сделать. Ага, понятно. Так, начнем мы с этого. Нет, так не пойдет. Так тоже. А, вот так. Да. А, отлично. Лестницу мы сделали. Ага, теперь этому нужно дать 3. Этому нужно дать желтый. Этому 4. Этому не 4, а этому не желтый. Значит, если этому берем вот этот, допустим, так. Так, этому нам нужно 3 дать. Берем. Ну, пускай будет 3. Так, здесь у нас вот
ты этот, ну, к примеру, мы дадим тебе, так как тебе нужен другой цвет. Тебе нужно 4. Тут 4 у нас кубика. А тебе нужно не 4, но дадим тебе 1. Так, правильно. Спасательная операция успешно завершена. Так, забираем у него сыр. Есть. Так, теперь нам наверх. Ага, мы нашли еще кусочек пазла. Красавчик. Так, котенок, помогай. Какой прогулок. И ему тоже. Нет, ни в какую, да, ну ладно. Давай сходим сюда, посмотрим. Что у нас тут есть? Ничего нет, окей. Так, здесь у нас как бы тоже ничего пока. Ага, потерял двоих, да? Значит, нужно найти. Так, один у нас только что здесь спал. Вот он. Ням-ням, котик. А, вот кнопочку нашли. Хватит. Так, туда. Так, два цвета. Так, ну, допустим, оранжевый-красный. А, оранжевый-красный. Если в цветах ошибся, вы уж сильно меня не судите, да, я чуть-чуть не самое. В оттенках путаюсь. Так, мы загнали всех в супчик, а что нам дал? А, у нас вон сундучок открылся. Супчик-то, наверное, вкусный будет. Ну, хотя для них, возможно, это и не супчик. Ну, ладно. Так, забрали. Ага, так, у нас же там теперь освободилось. Побежали назад. Там же у нас большой картофель лежал. Вот здесь, да. Так, красный открывает, зеленый дает капусту. Так, угу. Ну, допустим, вот так. Теперь, допустим, вот так. Правильно. Открываем. Так, котейка, ну-ка, ты у нас проглот, любишь покушать? Давай съешь. Так, хорошо. Так, все, капуста есть. Вроде все собрали. Так, пойдемте. Ага, вот булка же нам надо. Булка. Так, теперь точно все собрали. Возвращаемся в самое начало. Для бутерброда вроде все готово. Яблоко, груша, ананас.
Яблоко надо. Ага. Так, смотрим у нас бургер. Булка, котлета, помидор, салат, сыр, котлета, булка. Давайте сфотографируем. На всякий случай. И побежали. У нас там пароль был из овощей и всяких. Может, нам сюда и надо. Так. Булка, котлета, салат, сыр, булка, котлета. Что-то я забыл. Не туда. Булка, а, помидор. Булка, котлета, помидор, салат, сыр. Все. Окей. Так, теперь шлагбаум открывается. Побежали. Что у нас тут есть? Так, здесь мы монетку взяли. И здесь мы яблоко взяли. Хорошо. Так, назад. Все назад, 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 назад. Даем ей яблочко. Так, все, бургеры мы сделали. Так, ну что, давайте посмотрим, все ли мы собрали здесь. Раз, два, три. А вот и нет. Что-то мы не... А, ну правильно, да, мы же забыли последний сундук открыть. Вот здесь. Так, теперь все собрали. Все, бургерную главу мы прошли. И выиграли кубок. Все, ребят, ставьте лайки. Ну, можете не подписываться, можете подписываться, но лайк обязательно поставьте. А пока, всем пока. В следующем ролике увидимся.
Thank you.
Yo-yo-yo.
Thank you.
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 What?
Woo!